Но помни, гнев, страх — это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть. Мир празднует День без автомобиля, и общественная организация «Пульс Краины» решила поддержать данный праздник. Я понимаю, что без автомобиля никуда в нынешнее время, но и забывать велосипед наш не стоит. Мы провели парад в нашем городе, приехало много участников парада, тем самым мы популяризируем спорт в городе. Вот. Наш город, в принципе, славится велосипедистами. Это один из любимых транспортов нашего города, наших жителей. Поэтому я думаю, что такие парады, а этот парад уже проходит третий год, мы будем проводить и в дальнейшем.